Вот мы приготовляемся к поездке на катере, чтобы полететь на парашюте. Вот Оксана оделась, соответственно, десантная одежда такая. Да что, раздеваться надо. Вот столько людей уплыли. И где они? Мы поплыли. Нас посадили. Мы поплыли на катере. Вот как Диму снаряжают. Трусы какие-то одели из лямок. Громко. Теперь спасательный жилет. Нашу девушку одевают. Подстегивают. Вот это цепляется, кронштейн. Разворачивает наш парашют. Ну что, волнуешься? Да. Я тоже волнуюсь. Лямки спадывают на колени. Ну они так, думаешь, потом они подтянутся, наверное. Даже не знаю, куда нас повезут. И еще дальше мы едем. От пляжа. Ой, наш парашют проверяется. Нифига себе. Все стропы проверили, чтобы они не запутались. О, нас уже понесло. Мы оторвались. И не страшно нисколько. Страшно? Не страшно, нет, мягко взлетели. Ой, класс. Вот это да. Покажи. Я думал, что будет. Ну, мы сейчас вдоль берега, когда будем плыть, как бы я еще покажу его. Ножки над водой. Опусти вот сюда. Я думал, что будет более резкий какой-то рывок, толчок. Ничего не было. Ничего не было, все комфортно совершенно. И мы полетели. Класс. Надо держаться, да? Вот реально мы... Плывем над морем! Привет над всем! Над Кемером! Привет, друзья! За нами горы Кемера! Под нами море Турции, Средиземное! Красота! Очень мягко летим! Минута, полет нормальный, да? Да. 8 минут полета нам обещали! Всего лишь за 70 долларов! Это потом сказать. Почему? И сейчас отлично можно сказать. Это вот видно стропы нашего парашюта. Ветер крепчает или нет? Ветер вроде крепчает. Здорово. О, видно другой берег. Вот там, наверное, Анталия. Катер наш уехал далеко-далеко. Вот какая-то воздушная яма, немножко она стряханула. Но в основном плывем кораблику. И плавный. Не знаю, тут сколько метров, метров 40. Ну туда покажи, там Анталия, наверное. Далеко может быть, видно. Там Анталия. Ветер, да? Корабль приближается. Можно разглядеть. Танкер, наверное. А, там. Да. Впереди. Там резкость опять сбилась. Тепло, как хорошо. И цвет. Всего, наверное, половина путешествия позади. Кораблик наш разворачивается. Где он нас будет макать об воду? Вот здесь, на глубине? Или у берега? Вон еще один парашют за нами стартанул. Горы. О, классно! Вот это да!
в Анапе не сподобились полетать. Все время то денег жалко, то мы все время с мамой или с детьми, со внуками, с какими-то грузами. То нас все время ограничено, что-то цигель-цигель, ай-лю-лю. А тут решили кутить, так кутить. Завтра уезжать на последние доллары. Посмотрим Кемер с высоты птичьего полета. Здорово, здорово, мне нравится. Переверни камеру, чтобы... Мы с тобой. Да, это мы. А где наш парашют? Нет. Опускай ниже. Вон он, с улыбочкой. О! Хороший крепкий ветер. С утра летали люди. С утра летали, когда ветер был слабый, и летали все низко. А мы смотри, как высоко забрались. Вон летят люди тоже. В космос. Вообще почти не видно, как горошинки, и санатории игрушечными кажутся. Ой, красота! Так. Абсолютно чистая вода. Такая ниточка наша уходит и теряется вдали. Мне очень нравится, конечно, такой полет. Ой! Ой, нас дернуло! Душа ушла в пятки. Ну, вообще здорово, вообще здорово. Адреналин. Может быть, не такой, как на таблетке нас волокли в Одессе, и мы там вцеплялись в нее, чтобы не вывалиться из таблетки в море. Но какие масштабы, какие просторы. Какая красота. Наш парашют. Немножко подтягивать нас стал, да? По-моему, пониже уже надо. Да, а уже поближе, наверное, нас приводнять собирается. А может быть и вообще? Вообще уже, наверное, 8 минут. Больше. Вот что-то вижу, темное пятно. Да. Это что там? Скат огромный. Какая тут глубина, интересно. Вот сейчас этот трюк, наверное, нас подтягивают ближе к катеру, чтобы мы ножками коснулись воды. Ой-ой-ой-ой-ой. А может быть вообще приземлить? Приводнились. Вот. Держись. Подтягивают нас, как рыбу. Подтягивают, да. Подтягивают нас, как рыбу. Давай, да, давай, похоже, давай. Цеплять, цеплять, цеплять нас. Да, да, да. Наверное, из-за ветра нет. Вот. Закончилось наше путешествие. Наверное,
Вот так же мы летали. Капитан, а что, нас не макнули ножками в воду? Там на телефоне есть. Мне понравилось, да? Понравилось. Все, давай, топай. Полет на парашюте нам обошелся в 70 долларов на двоих. Хотя человек хотел 90 евро, но мы не согласились. И он согласился с нами. А впечатления у нас, конечно, самые волшебные. Мы снимали видео на самом парашюте, что-то пытались говорить, свои восторги выражать. Но я думаю, что там ничего не было слышно. Хотя Оксана и старалась. Посмотрим. Если не будет слышно, поставим красивую музыку, да и все. Да. Зрелище должно быть. Спасибо за то, что вы с нами. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Подписывайтесь на наш канал. Завтра мы уже поедем в аэропорт. И послезавтра, видимо, с утра пораньше или ночью уже будем в Анапе. Отдохнув, будем опять с вами. Да, отдохнув и набравшись сил, мы снимем еще больше интересных, и я надеюсь, что более интересных видео про Анапу, про то, что вас интересует, про Цибанабалку, про Усатову балку, про хутор Воскресенский, про и прочее. Про джигинку обязательно. Джигинку, да. Андрей Мамаев ждет. Да. Мы помним о вас. Ну и около 30 населенных пунктов вокруг Анапы. Мы постараемся побывать в большинстве из них. А также в Новороссийском районе, где станица Нутухаевская и станица Раевская. Там мы будем обязательно. Всем пока! Пока!